Спасибо вам большое. Скажи, пожалуйста, сколько времени в день ты тратишь на занятия инструментом? Минимум полчаса. Минимум. Ну это хорошо, что не скрипка, потому что... А вот сколько максимум, мне интересно. Да. А кем? Час. Час, да, пока маму не выпустит. Слушай, ну не страшно на самом деле, потому что мне казалось, что должны быть там по 3-4 часа занятий. Мне кажется, сходят, наверное, нет? Это все с уровнем увеличивается. Но что я хочу заметить, друзья, ведь аккордеон, это же ведь такой инструмент, который можно слушать даже будучи соседом этого музыканта, потому что, ну, представляешь себе, скрипка, например, или саксофон, да, если еще и человек только начинает учиться, мне кажется, можно уже с ума сойти. А это все мелодично. А знаешь, что мне кажется важным? Что аккордеон, баян, гармонь вновь набирают популярность, как когда-то, давным-давно. И сейчас, например, на улочках Парижа очень часто можно встретить музыкантов, которые играют, и не только на улочках, между прочим. Да, я думаю, что мы, Акима, ты не только на улочках будем встречать скоро, да? Скажи, у тебя есть какой-то кумир в мире музыки? Нет. Ну вот в плане вот владения инструмента, на кого хочешь быть похожим? Будет свой собственный стиль, я в этом уверен. Аким, огромное тебе спасибо. Аплодисменты нашему маленькому музыканту. Аким Бутузов, музыкальная детская школа имени Соловьева-Седова. Спасибо тебе большое, Аким. Спасибо. Счастливой удачи.